Сотрудникам полиции удалось выяснить причины возгорания автомобиля, которое произошло 24 июня во втором микрорайоне. Напомним, что информация о горящем транспортном средстве поступила в 15-ю пожарно-спасательную часть в 4:29 утра. Заметили горящий автомобиль сотрудники Десногорской следственно-оперативной группы, когда возвращались в отдел с места происшествия. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть ОМВД и вызвали пожарный расчет. В результате возгорания огнем была уничтожена вся передняя часть автомобиля. Нанесенный ущерб превысил сумму 820 тысяч рублей. Правоохранители установили личность поджигателя. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. В настоящее время следственным отделением МВД России по городу Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожения или повреждения имущества». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сам обвиняемый объяснил свои действия личной неприязнью и регулярными конфликтами с владельцем автомашины.